дежурную часть Шевченковского отдела полиции поступило сообщение от девушки о том, что неизвестный заставил ее вступить в интимную близость неприродным способом, а также завладел ее денежными средствами. Выездом на место происшествия было установлено, что девушка занимается предоставлением услуг лечебного массажа, о чем у нее были размещены объявления в интернете. Также она пояснила, что в тот день днем ей поступил звонок на ее контактный телефон, где была произведена запись на вечернее время. Пришел мужчина, которому она сделала лечебный массаж ног, после чего он начал настаивать на вступлении в интимную близость. Девушка отказала ему, он нанес ей несколько ударов по голове, после чего взял ножницы канцелярские, которые лежали в этом же помещении массажного салона, и под угрозой ножниц заставил ее вступить в интимную близость неприродным способом. После этого он у девушки забрал ее денежные средства в сумме 800 гривен. По данному факту было открыто криминальное провадження по статье 153, а именно изнасилование неприродным способом. Также было открыто производство по разбойному нападению. За совершение данного преступления был установлен мужчина, житель Краничанского района, который был ранее судимый за разбойное нападение. Сам он 1980 года рождения. За совершение данного преступления последнего могут привлечь к уголовной ответственности в виде лишения свободы до 10 лет.